Привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Артур. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы посмотрим игру в Ratchet, которая, по сути, является таким своеобразным приветом 16-битным хоррором. Больше всего и авторы вдохновлялись такой игрой, как Clock Tower. Надо сказать, механика скопирована подчистую, но я не думаю, что многие из вас помнят ту игру, потому что она просто уже очень бородато старая. Давайте смотреть. В последнее время пошла мода на такие вот пикселявые игры. Вспомним Lone Survivor, Home, который мы недавно смотрели. И здесь тоже что-то такое, но при этом игра очень сложная. И по большей части квесты хоррор, скорее, чем что-то другое. Какой-нибудь платформер там или экшен. Так, хорошо. Проклятие. Нужно убираться отсюда. Так, кто-то ломится в дверь, да? Закрыто. Так, шкаф. Давай, 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 братюнь. Да, видимо, все правильно. Навыки работают, да? Сколько лет прошло? Ух. Ой, это что за бабайка такой? Рычит. Офигеть. Уходи. Здесь никого нет. Ну ладно. Допустим. Неплохое такое экшеновое вступление. Это было близко. Да, выглядит все именно так, как выглядело в те времена. Графический стиль просто узнается сразу. Слишком опасно идти назад. Хорошо. Так, что у нас тут? Я нашел ключ. О, как. И вон как. Так, а тут у нас... Ну, ключ я уже представляю, чего. Пусто. Дверь закрыта. Так, как у нас инвентарь? А, вот так, понятно. Надеюсь, бабайка не придет. Я открыл его. Ее, вернее, дверь. Так, ну пойдем навстречу приключениям. Хорошо. Какой-то непонятный, как... Тихо. Как будто силуэт человека, нет? Ну ладно, допустим. Что-то как-то... Вот еще одно лицо я вижу. Жутковато как-то это все, нет? В последнее время я убедился, что 2D-платформеры меня, в принципе, спокойно пугают. Не хуже каких-нибудь игр от первого лица. Что-то там есть. Я нашел маленький ключ. Так, а это что такое? Что делать-то? Хорошо. Что-то вообще беда какая-то творится. Так, это что у нас за замок вообще такой? Где мы находимся? Не совсем понятно. Что-то написано. Путь откроется только тому, кто раскроется сам перед собой. Рыцарь из камня. Раскроется перед собой? Ну, то есть, раскроет свою внутреннюю сущность, что ли? Или что, как? Что-то написано. Тишина шепчет перед тем, как получить наказание. То есть, правосудие. Странно. Я вижу вот тут эти дырочки на полу. Не круглая дырка. Гусары молчать. Просто круглая дырка. Так. Картина человека в викторианском стиле. Или викторианской эпохи. Скорее второе.
Закрыто. Мы взяли ключ. Фрагмент от декорированного камня. Хорошо. Что здесь под лестницей? Ну, то есть видите, да, что-то во всем этом есть. Неплохо так. Я нашел желтый камень, что ли, призму какую-то. Маленький камень. Так, пойти наверх или сюда? Блин, прям ностальгия такая пробирает от этих игр. Что я прям не могу. Здесь, похоже, жилая комната, да? Картина рыжей женщины. Ее волосы разлетаются в стороны. Ладно. Что еще здесь у нас есть? Там что? Ладно, допустим. Он улыбается чему-то своему. Его имя давным-давно забыто. Он загадывает смертельные загадки, наслаждаясь неудачами. Он выбирает, кому пройти. Они называют его привратником. Согласишься ли ты на испытание? Неизвестная поэма, 1762 год. Кто же у нас тут привратник? Это что за статуя? Статуя сиделки. Ее руки вытянуты вперед, как будто она держит что-то. Вполне возможно, что вот этот торп. Нет. Ну хорошо, возможно, нам нужно вот этот вот значок собрать полностью. Разные религиозные книги. Ничего интересного. Религиозные книги в таких играх. Это всегда интересно. Не ври. Фрагмент каменного диска. Отлично. Так. Подожди. F5. Сейф. Это что за сейф тут? Ну ладно, неважно. Да понял я, чья это статуя. Давай уже вставляй ей в руки диск. Приходится все предложение до конца договаривать, а то пошляки в комментариях обязательно там начнут хихикать. Так, что пишет? Я так не думаю. Ну ладно, хорошо. Запомним, что у нас здесь есть статуя. Здесь я точно все исследовал. Чё-то как-то я уже начинаю жалеть, что это просто демо-версия, потому что игра затягивает, несмотря на свою графику. Она очень интересна, согласитесь. Давайте сходим наверх. Это что еще такое? Странный металлический ромб. С одного из краев дырень. Что если туда вставить наш янтарный камешек? Не сработает. Если вставить диск... Ты так не думаешь. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Какие-то ритуальные обряды. Пакость, проще говоря. Кинжал непонятный, которым, похоже, вырезали сердца. Ой, непонятные пентаграммы. И кровь накапала. Трещина в полу. Я могу видеть свет подо мной. Ну так посмотри, елки-палки. Так, больше тут ничего нет. Так, подожди. Может мне туда что-нибудь...
Не сработает. Ну, это было бы глупо. Это не поможет. Да, я уверен. И без тебя. Так, тут у нас писанина. В принципе, все в этой комнате, что ли? Непонятные знаки. Давайте попробуем одному из рыцарей поставить этот диск куда-нибудь. А, вот, подожди, у нас же тут дыра есть. В стене. Так, ну что? Отлично. Ну, надо сказать, это неожиданно. Это что еще такое? Красный кристалл. Ой, тихо, ребята. Ребята. Офигеть. Все, насмерть. Гейм, как говорится. Ова. Так, ну что, откуда мы начнем? Что ж тут делать-то? Что-то написано на границах. Глаз за глаз. Понятно, я понял. Ребята, успокойтесь. Так, я тут положил. Да блин. Почему я не могу просто прочитать про тебя? Ну, вроде ту. Что нам дает это? Там наверху явно ничего. Хотя наверху, возможно, мы сможем этот новый орб вставить вот сюда. Давайте попробуем. Так не думаешь? Нет. Хорошо. Блин, игра, я просто влюблен, надо сказать. Несмотря на графику, она очень крутая. Да уже давно пора приучиться не смотреть на графику, играть, собственно, в игру. Геймплей — наше все. Атмосфера в этой игре, что надо. Так, проходи уже, ну. Я бы, конечно, предпочел, чтобы сделали управление с геймпада, то есть это было бы канонично для такой игры. Не сработает. Так, ну, давайте покинем эту комнату. И раз уж у нас пошел затык такой, то, в принципе, прекратим этот первый взгляд. Я взял эту игру, как говорится, на карандаш. Как выйдет полная версия, я с удовольствием ее пройду для канала, потому что мне она очень понравилась, мне интересно и страшновато играть, а это, по-моему, в таких играх самое главное. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.